Здравствуйте. Меня зовут Владислав Волков. Я старший научный сотрудник Центрального лесного заповедника. Это Тверская область. Я решил немножко заняться видеоблогерством. И этим роликом хотел бы начать целую серию роликов про Центральный лесной заповедник, про его природу, про его сотрудников, про его историю и так далее. Сегодняшний ролик будет посвящен урочищу Столовая, куда мы с вами и направимся. На дорогу в Столовую нас встретила линия электропередач ЛЭП. Что можно сказать про ЛЭП? Кстати, она идет к заповеднику, к центральной усадьбе. И всегда помните, если вы потерялись в лесу, ЛЭП — это отличный способ найти людей. Ну что ж, пойдемте дальше. Так, первое серьезное препятствие. Ну что ж, попробуем его преодолеть. Вот, кстати, мы прошли кладбище. Я думаю, на обратном пути зайдем поближе и посмотрим. Кладбище в хорошем состоянии, посещаемое. Так, пробираемся. Бережем объектив. Ну, препятствие не самое сложное. Так, еще одно препятствие. Мост через ручей. Кстати, ручей здесь называется в деревне Столоватка, но это не он. Это его приток. И, кстати, совершенно сухой. Так, проходим. Ну, вы видели мою комплекцию. Так что можно сказать, что мы мост протестировали. Вот он. А вот ручеек. Ну ладно, пойдемте дальше. Так, вот мы, собственно, и подходим к Столовой. Кстати, видите, вдали ЛЭП. Если мы пошли вдоль ЛЭП, мы бы сэкономили изрядную кучу времени. Но мы пошли по старой дороге. Фух, еще одно препятствие. Лужа. Удивительно, как при такой жаркой погоде она сохранилась. Никаких ручейков. Заливать эту лужу вроде не видно. Ну ладно, попробуем пройти боком. Да, собственно, мы и пришли в Столовую. Туда дальше идет дорога. Но проблема в том, что современная дорога отходит от старой метров на 70. Даже нет, даже 75. Старая дорога входила в деревню с южнее. Да. Если мы хотим пройтись по старой деревенской улице, нам надо пробраться через весь этот кустарник. Ну что, кстати, батарейка садится. Так что, если фильм будет короткий, извиняйте, первый блин комом. Ну что ж, меньше дублей, больше дела. Ну что, друзья, мы находимся прямо ровно на улице деревни Столовая. Вот здесь бугорочек такой из кустарничка. Был дом жилой. И с этой стороны, за березками, тоже виднеется кустарник. Да? Вот. Там тоже был дом, такая возвышенность. Небольшой холмик от него остался. А улица, получается, шла между ними вот в том направлении. Сейчас она достаточно сильно заросла. Но мы попробуем пройтись. И слева и справа будут
должны появляться жилые дома. Дойдем до колодца.